Привет, Spacecraft. Я Лейн. И это мой корабль. Я получил эту крошку CF-4 в наследство, но мои друзья отказываются летать со мной, потому что считают, что это какая-то грёбаная коробка. Йоу, Лейн, без обид, но я на этом ведре не полечу. Да, как-то так. В общем, я устал летать на этой развалюхе и хочу появляться на торговых станциях на чистом стиле. Эй, Бобби, прокачай мой корабль! Всем привет, ребят, и добро пожаловать в первое космическое тюнинг-ателье Spacecraft Customs. С вами Большой Би, хотя все меня знают как Бобчик. Я долго думал, что у нашей любимой игры достаточно сложный вход, и еще более сложно построить в ней нечто красивое и при этом функциональное. Новичков часто закидывают палками за их ошибки, хотя никто не спешит им помогать. И тут появляемся мы. Я собрал команду из людей настолько талантливых, насколько их знают, для того, чтобы прокачать постройки новичков и подарить им максимум от игры, которую они так хотят полюбить. Заранее скажу, что в этой серии мы, молясь, перестарались. И это стоило того. Результат, прямо скажем, разрывной. Но сейчас, в нашем времени, Лейн, я принимаю твое приглашение и вылетаю. А если ты тоже хочешь, чтобы мы прокачали твой корабль, проходи по ссылке в описании в Discord, заполни форму по закрепленному сообщению и, возможно, в следующий раз мы прилетим именно к тебе. Подпишись, поставь лайк, а мы полетели к нашему заказчику. И всем привет, ребятушки, с вами Бобчек. Сегодня мы приехали прокачать это космическое ведро. Полетели же к Лейну, узнаем, что у него там. О, господи, что это за дерьмо, блядь. Выглядит, конечно, странно. Господи, это солнечные панели. Только не говорите, что под ними нет блоков. Блядь, под ними почти нет блоков. Надеюсь, это хоть как-то герметично. Так, но в целом все выглядит достаточно странно. Это смесь какой-то коробки и черепахи. При этом оно даже не симметричное, хотя пытается им казаться. Давайте уже хватит вам глазки портить, зайдем внутрь, постучимся, так сказать, к нашему человечку, порадуем его. Так, ну давайте позвоним этому человечечку. Лейн, открывай. Дядя Боб пришел. Прокачать твой кораблик. Охренеть, драть меня за ногу. Боб, ты пришел сюда? Так ты отозвался. Да, я отозвался. Мы выбрали именно твой корабль на самое начало. Давай пройдем внутрь и посмотрим, что это за ведро изнутри. Конечно, конечно, проходи. Во-первых, почему столько ржавчины? Можешь мне сказать? Я могу объяснить это только тем, что корабль... Я боюсь, что этот корабль несколько раз старше меня. Он достался мне в наследство от дяди, а дядя от его отца. А почему он выглядит как говно из проруби? Кто его конструировал? Это старая компания. Они довольно быстро разорились. Но у них были дешевые корабли. Ну, наверное, я догадываюсь, почему они разорились, если честно. Да, я полностью с тобой согласен. Но, к сожалению, все, что я могу делать, это довольно мелкие заказы, и потому приобрести что-то получше я не способен. Два больших контейнера мелкие заказы? Или сколько их тут? Четыре? Четыре, но... Так, еще я видел у кокпита блок, как будто внутри есть что-то интерьерное. Что там находится у кокпита? Конечно, идем, я с удовольствием прокажу. Так как машину разрабатывали для достаточно дальних полетов, оригинальный создатель решил вложить в нее немножко уюта. Выглядит это, конечно, как каморг студента. Тут вот по-другому не скажешь. Ну, сами понимаете, и времена тогда были совершенно другие, и требования к кораблям тоже. Все пытались втиснуть как можно уже. Mm-hmm. Ну да, тут, конечно, блять, без слез не взглянешь. Но я думаю, с этим можно что-то сделать. А ты бы сам хотел, чтобы пространство было побольше жилого, или тебе, в принципе, и так нормально?
Ну, учитывая все временные тенденции, здесь больше нет никакой необходимости в таких квартирах. Я бы с удовольствием отказался от существования этой каморки. А как бы ты тут жил, существовал? А я и не здесь живу, я ночую обычно на станциях, а перелеты произвожу одним заходом. Я тебя понял и услышал. Так, ну давай пройдем к задней части. Я видел там солнечные панели. Я очень хочу надеяться, что они герметичны. А, к сожалению, боюсь тебя огорчить с самого начала. Герметичности в инженерном отсеке никогда не задумывалось. Это необычно. Ну, давай хотя бы пройдем, посмотрим, что там. Конечно, пошли за мной. Осторожно на лестницах, иногда они могут проломиться под ногой. И много ты зарабатываешь на таком суденышке? Ну, достаточно, чтобы не дать ему развалиться. Да, здесь, к сожалению, придется использовать налобные фонарики, потому что свет тоже не рассчитывался в инженерном отделе. Ага. Ну да, выглядит это, конечно, так себе. Как ты вообще разбираешься в этом всем бардаке? Ты думаешь, я очень часто сюда захожу? Все, что мне приходится делать, это иногда заходить и донастраивать реакторы. Не более того. Ага, то есть настолько все плохо. Ты думаешь, я не боюсь заходить в этот отсек без дела? Хе-хе, действительно, я бы побоялся. Так, а с другой стороны, с зеркальной что? С зеркальной стороны я даже табличку вывесил в коридоре, что туда заходить нельзя. Во время одного из моих путешествий, прямо у станции, в меня влетела какая-то мелкая хи***а, развалившись на запчасти, и пробила там пробоину. Хорошо, хотя бы ничего внутри не зацепило, только обшивку разорвало. Так, я пока облетал корабль, я не видел этого, но давай залетим, глянем. Ну, зайдем. Ну, пошли, покажу, только осторожно. И дыра появляется прямо посреди коридора. Не думаю, что тебе хотелось бы провалиться прямо в огромное ничего. А, твою мать. Ну, блин, ну... А сколько ты уже летаешь с этой дырой? Третий рейс. Блять. Так, ладно. Давай ключики. Я забираю твою кроху. Поверь, мы сделаем с ней все как надо. Конечно, я даже спорить с вами не стану. Лишь бы мой корабль был более полезен, чем... Ну, вы видите. Он будет самым полезным, поверь. Spacecraft Customs сделает все по высшему разряду. Давай сюда ключики. А меня? Здорово-здорово, ребятушки! Ну чё, как вам ведро, которое я вам привёз? Как вы будете модифицировать эту крошку? Ляшка! Ну, я думаю, можно добавить в окраску побольше тёмных тонов, а ключевые элементы выкрасить в яркий жёлтый цвет, который придаст этой посудине больше выразительности и контраста. Но сначала я покрою корпус грунтовкой с ингибитором коррозии, чтобы эту посудину не оставляла ржавчина каждую станцию, на которую садится. Ясно, ясно. Так, Верлон, что по техничке? Ситуация такова, что на данном корабле я не обнаружил вообще даже никаких программ-блоков. То есть... Нету как посмотреть состояние корабля. То есть, например, даже если вот состояние там корпуса, нету возможности даже посмотреть там состояние заполнения баков, что в контейнерах находится, их загруженность. То есть, с толком функционала нету. Так, ну по внутрянке понятно.
Кораблик будет летать как надо. Тортик, что по десигну? Ну что же, дорогие мои товарищи инженеры, или наши вам скисточки, как говорят на окраинах золотой звезды Одиессы. Приплыл, значит, к нам кувырлик по кличке Лей на своей тарантайке. И таки что мы с этого имеем? А имеем мы лепешку в стиле индустриальный шмарик-кошмарик. С асимметрией передней лобной доли, то бишь грузоконтейнерный кораблик, чтобы таскать кошерные ништяки оттуда, где их мало, туда, где их много. Что же, асимметрию я бы таки оставил. Индустриальный стилек тоже можно, но подкрутить процентиков всего этого дела надобно. Эдак на 300. Деталик добавить, подрезать, растянуть. Акимацу к майскому шавуоту. Чикер! Совсем забыл про тебя. Что по мультимедии? Больше экранов, богу экранов. Так, ну раз мы поняли, как эта крошка будет выглядеть в конце, самое время пойти и дербанить кораблик. Посмотрим, блядь. Ох, сука. Дырявое очко, господи, прости. Что, Тортик, вот мы в твоем кабинете, в твоей Граале, святая святых. Рассказывай, что ты намудрил. Ну что же, Бубчик, голубчик, пока комрада Верлон корпел над всеми нашими кишечными делами, проводил конвейера, менял старые обшарпанные батареи на кошерные новенькие энергоблоки, товарищ Торт осилил неосиливаемое. Разработал, как говорят в наших одесских деревнях, White Body Kit. Была увеличена поглощающая площадь солнечных батарей. По сути, полноценные паруса, дабы бороздить просторы галактики. Более того, я скумекал трастерные антикрылья для сжатия струи маршевой тяги. Ну и так, знаешь, по мелочи поработал с дизигном нашего милого корыта. Как я ранее имел место сказать, моими стараниями индустриальный стилек был подтянут, симметрия передней лобной доли была оставлена. Собственно, Бобчик, можешь лицезреть своими собственными зенками кошерный результат. А после я еще покумейка над бюджетом всего прожекта. Сумму, скажу сразу, будет ни разу таки не кошерная. Угу. Но нам для клиентов Spacecraft Customs, как ты знаешь, ничего не жалко. Поэтому вперед наверх. I know that it has to
Внешка готова, во что будешь красить? За основу возьму его родные цвета, такой темно-синенький, мне он понравился. А остальное уже будем смотреть по ситуации, но я бы хотел все-таки добавить больше ярких цветов на ключевые моменты. Не буду утомлять тебя еще одним этапом покраски. Между нами я просто забыл его записать. И рассказываю. Сейчас ты увидишь финальный результат, в котором я, помимо прочего, создал просто уютнейший интерьер. А Чекыр, как и обещал, поработал с экранами. Напоминаю, что ты тоже можешь скинуть свой корабль, а еще мы готовы рассмотреть в нашу мастерскую новых творцов. Если ты тоже хочешь в команду Spacecraft Custom, тебя также внизу будет ждать отдельная ссылочка, в которой заполнить форму и, удивив нас, есть шанс попасть, собственно, к нам. Чё-то я разговорился. Смотри, какая ляля. Чё, здоровенько! Как у тебя прошли эти дни, пока ты ждал свою посыдинку? Ну, я все это время провисел в космосе, пока меня не подобрала пролетающая мимо баржа. Ага, так, ну... А есть вообще предположение, что мы сделали с твоей красавицей? Вообще понятия не имею, что можно было с этим сделать, но если вы сделали, значит это должно быть офигенно. Хм, ну тогда смотри. Теперь твой фрейтер — это турбофрейтер. Охренеть, что это такое? Блин, мне нравится, чувак. Давай же посмотрим, что внутри. Включай ранец. Ну что, давай за мной. В общем, осмотри его внешне. Мы полностью подобрали кастомный white body kit для того, чтобы выглядел он просто космически. Причем мы учли твою любовь к экспансии, поэтому... В общем, сделали так, что форварды у тебя находятся только сзади. И теперь их три. О-о-о, черт, это просто охренительно. У него теперь два входа, полностью симметричные. И при этом асимметрия на морде. Черт, чувак, да это лучшее, что я когда-либо видел. Так, ну давай зайдем внутрь. Милости прошу. Двери закрываются сами. Кислород наполняется. Можно снять шлем. Добро пожаловать. С ума сойти. Да это же целая богатая квартира. Да, мы сделали тебе... Я помню, что ты говорил, что нужно без спален и тому подобное, но я решил, что раз ты в далекие путешествия ходишь, тебе без чего-то такого, ну как вообще? Тем более по экспансии существуют РП-проекты, тебе там, возможно, захотелось бы поиграть. Вот, возможно, так сказать, РП-шная часть должна быть учтена обязательно. Идем далее. Поскольку, опять же, твоя любовь к экспансии, я на музыкальный монитор повесил тебе экранчик, который тебе будет напоминать о том, какие помимо тебя ты можешь встретить корабли в этом большом космосе. Потом мы, поскольку это грузовой корабль, естественно, повесили скрипт, который отслеживает все, что находится у тебя на корабле, в каждом ящике вообще. Ума сойти. Потом идем дальше. Тут у нас находятся, собственно, две вентиляции, медпункт возрождения, кнопочки с четырьмя экранами 4К Ultra HD. Окей. Я думал, серьезно сделать мне что-то 4К Ultra HD. Но я смотря на это просто не могу сдерживать смех. Ну, понт ради понта, блять, где ты еще увидишь 4К Ultra HD мониторы сразу встроены. Причем такие маленькие. Да, маленькие, сразу 4К. Да. Ни у кого таких не будет. Пойдем дальше.
Тут у тебя находится возможность разложить всякие свои пушечки и тому подобное. Красный цвет придает агрессивности, чтобы если ты будешь переводить бойцов, они были сразу готовы к нападению и отражению атаки. Охренеть, я никогда и не думал, что я буду подрабатывать перевозчиком солдат. Ну вдруг, такое мало ли бывает. Там у нас дальше идут технические помещения, к этому мы вернемся позже, а сейчас спускайся вниз. Да-да, у тебя теперь два этажа на корабле. Вау, интересно, что же вы мне там уготовили по самому низу? Ну, поскольку мы тебе поставили место для второго пилота, надо, чтобы он где-то отдыхал. Проходи в одну из дверей слева или справа, неважно. О, так вы добавили здесь каюты? Да, все аккуратненько сделано. Свет можно выключить через ту центральную кнопку сразу на двух. Причем каждый шкафчик дополнительно прооборудован. Везде лежат как минимум еда и аптечка, водород, кислород и инструменты. Специально в подарок от нашей компании. Это безумие. Я бы не нашел денег, чтобы хоть как-то расплатиться за все это. Ну так, надо же творить чудеса. И дальше у нас идут технические помещения. Помнится, у тебя здесь где-то дырка была, да? Ну вот теперь ее нет. Тут у нас находится прыжковый двигатель, усиленный, и проектор, на который будет выводиться, собственно, твой корабль для ремонта. Вау, вы даже это учли. Тут у тебя три этажа технической части с открытым красивым видом на космос. Мог выйти вот там. Там вот тоже есть этаж. То есть по нему тоже можно будет ходить. Но техническая часть полностью учтена так, чтобы ты мог полностью погрузиться в сферу своей работы. Да, можешь выходить. Проходи. Вот, как ты видишь, тут есть предупреждение для самых тупых, если ты будешь привозить таких людей. То есть о том, что дальше нет воздуха, чтобы люди как бы не парились. И вот цвет подсвечен оранжевым для того, чтобы акцентировать этот моментик. Я вас понял. Да, согласен, для таких людей не помешала бы табличка. Я даже не могу придумать, что сказать, Боб. У меня язык заплетается от этого. Единственное, я скажу тебе вот что. Не выкладывай его сейчас в воркшоп, придержи. Потому что мы решили добавить пестринки в не без того пеструю программу нашего корабля. Раз мы тебе сделали корабль, который достоин топа воркшопа, то мы сделаем фотосессию, расписывание его лора и всего вот этого вот. То есть полностью оформим страницу Steam Workshop этого корабля и выделим тебя как совместное производство. То есть у тебя будет корабль, который с вероятностью 98% попадет в топы воркшопа. Охренеть, никогда этим не был. А интерьер тоже типа торт делал, да? Интерьер я делал. Интерьер? А, ну с интерьером мое почтение. Какой Бобчик правильный. Ну, что, Лейн, могу тебе сказать. Теперь твой корабль официально прокачан. Черт, спасибо вам, команда Spacecraft Customs. Я просто обожаю то, что вы сделали. И, черт, я не могу даже подумать, насколько быстро я полечу туда, чтобы на нем свалить куда-нибудь. Да, теперь ты будешь двигаться на лютом стиле. А теперь забирай ключики и двигай на свой корабль. Удачи. Ну что, дорогие друзья, а мы возвращаемся в наш уютный кабинет. Что ж, спасибо за просмотр, с вами был Большой Би, не забывай подписывайся, ставь лайк, и скоро мы придем за твоей посудиной. Пока. Спасибо вам, Spacecraft Spacecam, да. Spacecam, как? В английской озвучке просто Spacecam.